Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые почитатели искусства бального танца, гостей этого вечера, а также всех тех, кто смотрит сегодня нас в эфире телевизионного канала «Россия Культура», мы приветствуем в Государственном Кремлевском дворце, где буквально через пару минут начнется грандиозное танцевальное событие. Событие, которое мы ждем с нетерпением каждый год, а потом в течение года вспоминаем. И, конечно, это шоу мировых суперзвезд бального танца. Четверти века это грандиозное шоу проходит по всему миру. Первыми начали организовывать подобное шоу в Токио, а затем Нью-Йорк с его блестящим шоу «Dance Legends».
И вот уже 6-й год еще одной точкой на танцевальной карте мира является Москва. Ну, а нашу программу открыл замечательный коллектив. Неоднократные призеры чемпионатов мира по латиноамериканскому шоу среди Formation, двукратные чемпионы мира по европейскому шоу среди Formation, чемпионы России, замечательный Formation «Вера Россия». Музыкальную композицию, под которую выступали артисты, написал постоянный соавтор шоу, музыкант, композитор, певец Майкл Найт. И вы знаете, дорогие друзья, по традиции мы хотели бы поприветствовать музу этого великолепного события. Ученого с мировым именем, академика Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, основателя Московского дома танца «Дуэт со звездами», автора идеи танцевального шоу «Звездный дуэт» Лейла Владимировна Адамян. Дорогие друзья, я счастлива, что эта идея пришла мне в голову. 7 лет тому назад я была в гостях у дочери и увидела легенд танца. Я поняла, что Кремль – самое легендарное место. Мы обязаны видеть невероятных звезд. Они никогда не бывают вместе. Я счастлива, что я уже в 6-й раз привезла сюда нереальных, самых уникальных людей. Раз в год они собираются все вместе – только здесь, в Кремле, в центре нашей столицы. Что может быть лучше? Счастья, любви, хорошего настроения. Танцуйте и будьте здоровы. Спасибо. А сейчас, дорогие друзья, я с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену, на этот паркет, человек, который привык выходить на паркет, художественный руководитель проекта «Звездный дуэт», чемпион России, финалист чемпионатов мира по латиноамериканскому шоу, великолепный постановщик, хореограф. Многие номера из тех, которые мы увидим сегодня вечером, это также труд Далята Тарсинова. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам всем прекрасного настроения. И, дорогие кавалеры, не забудьте пригласить своих дам сегодня на паркет и получить удовольствие. Я надеюсь, вы пришли не только посмотреть, но и потанцевать. Всего хорошего. Наслаждайтесь. Спасибо большое, Талят. Все начинается с любви. Твердят... Вначале было слово, а я провозглашаю снова: все начинается с любви. Эти замечательные строки Роберта Рождественского переведены на многие иностранные языки, а язык танца не нуждается в переводе. Все понятно без слов. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Именно в таких различиях заключен особый стиль и неповторимый шарм этой великолепной танцевальной пары. Карина Смирнов и Славик Крикливый. Карина – звезда американского телевидения, а Славики сняли много документальных фильмов о его поиске себя в этом прекрасном искусстве, в бальных танцах. И оба они... часть одной легенды. Перед вами танцуют пятикратные чемпионы Соединенных Штатов Америки, вице-чемпионы мира среди профессионалов, вице-чемпионы знаменитого Блэкпулского фестиваля Карина Смирнов и Славик Крикливый.
Шакум, тум, шакум, тум, ту, тум, шакум, тум, шакум, тум, шакум, тум, шакум, тум, шакум, ты так и тум, шака, тум, ту, тум, тум, чи, тум, 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 шака, тум, ту, тум, тум, чи, тум, 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 шака, тум, ту, тум, шакум, ты так и тум. Вы знаете, это воплощенная мужская элегантность, женственное обаяние. И это не роли, которые исполняют эти танцоры на паркете. Это их естественное состояние. И нам очень приятно, что сегодня мы увидим их на паркете. На счету этой пары победы, о которых может мечтать каждый танцор. Они добились высшего титула среди профессионалов и неоднократно его подтверждали. И, внимание, эта пара побила мировой рекорд по числу мировых титулов. С большим удовольствием приглашаю на паркет 9-кратных чемпионов мира в программе европейских танцев Катюша Демидова и Арунос Бижокас. Thank you.
Мун Рива and Me. Эту замечательную мелодию в ритме медленного вальса пропели для вас Арунас Бежокас, Катюша Демидова. В 2009 году ЮНЕСКО внесли в список нематериального культурного наследия человечества один из самых известных популярных танцев в мире. Да, конечно, Катя, и это, несомненно, танго. Удивительный танец. Его родиной называли себя и Аргентина, и Испания. Этот танец пересекал континенты. Он вновь возвращается в культуру Европы и стал очень популярным в нашей стране. Нам очень приятно, что сейчас Россия обладает удивительными исполнителями, финалистами турниров «Танго Мундиаль», чемпионата мира Буэнос-Айреса. И сегодня у нас в гостях один из лучших российских танцевальных дуэтов – Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, чемпионы России.
Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, чемпионы России. Их великолепная аргентинская танго. Танец – наша любовь, танец – наша религия, а в любви нет ничего невозможного, говорит эта пара, и каждым своим танцем это подтверждает. Я с удовольствием назову их имена. Восьмикратные чемпионы мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов – легендарные Рикардо Коки и Юлия Загоруйченко. Юлия Загоруйченко и Рикардо Коки. Экзибишн – это направление, которое мы знаем достаточно давно, но каждый год узнаем все новое и новое. Это смешение жанров, смешение стилей, где нет жестких правил. Жестких правил нет. Конечно, оценивается мастерство исполнителей, мастерство трюков, которые они делают, исполняют в своей программе, но это не самое главное. Главное – это то единение, то чувство, та химия, которая существует между танцорами. Вы слышите, как Станислав говорит об этом стиле? Ведь именно он привез нам в Москву это направление. Станислав Попов
и великий танцор Виктор да Силва. И вы знаете, именно сейчас Виктор да Силва выйдет на этот паркет. И, конечно, его очаровательная партнерша, чемпионка мира по латиноамериканскому шоу Анна Мельникова, с которой они подготовили великолепные номера в стиле экзибишн для сегодняшнего вечера. Итак, встречайте, Анна Мельникова и Виктор да Силва. Виктор да Силва и Анна Мельникова. Любовь. Любовь – это мы. Еще одно подтверждение этих слов вы сейчас увидите на паркете. Так и называется эта композиция «We are love». «Мы – это любовь», которую вам подарит великолепный Formation. Чемпионы мира в европейской программе, призеры чемпионатов мира в латиноамериканской программе. Встречайте! Formation «Вера. Россия». We haven't said.
searching for home. Undying memories turn hearts into stone, sealing the purest dreams unknown. Yet deep in the most solemn night is a light of warmth. We'll live on, baby. We are the essence of a dream. We are the final rise for our tears. And over these ravaging years, we are love. We are love, and the world still needs us. We are the heart that still believes, smiling as the shadows disappear, shining like a candle flame. We are love. We are love, and the world still needs us. Crawling the spaces left in the cage, bred by those fears and locked by this rage. So many have fallen in chains to their deaths, and silently long for passion. Out of the darkness and into the Формейшн Вера, художественный руководитель и тренер, заслуженный тренер России Алексей Литвинов. Вы знаете, Катя, в хорошем танце очень важно соединение разных качеств. Это и техника, это и страсть, это физические возможности. Но прежде всего должен быть баланс. Баланс страсти, нежности и решительности. Правильно я говорю? Да, конечно. Но очень важное внимание к деталям. Абсолютно правильно. И мы сейчас в этом убедимся, потому что то взаимодействие, та страсть, та энергия, которую выплеснут на этот паркет танцоры, уникальна. И этот танец вам дарят Рикардо Коки и Юлия Загоруйченко.
Рикардо Кокки и Юлия Загорученко. Наше танцевальное шоу продолжает «Фокстрот». Этот танец буквально захватил всю послевоенную Европу, потому что так хотелось счастья. Конечно. Мы с большим удовольствием приглашаем на паркет победителей Блэкпулского фестиваля прошлого года, 8-кратных серебряных призеров чемпионата мира среди профессионалов в европейской программе танцев, Виктор Фанк и Анастасия Муравьева, Соединенные Штаты Америки. Виктор Фанк и Анастасия Муравьева. In my knees.
родине этого танца, в Бразилии, начинают учить первым шагам с того момента, как ребенок учится ходить. Да, конечно, потому что этот танец для бразильцев – это жизнь, это религия, это их стиль во всем абсолютно самбо. Этот танец вам дарят Рикардо Коки и Юлия Загоруйченко. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba pra gente, samba. Não deixa o samba. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba pra gente, samba. Дальше венский вальс. Аристократ, сменивший деревянные башмаки на лаковые туфли. Венский вальс, король танцев. И, конечно, мы приглашаем на паркет исполнить этот танец королей бального танца. Девятикратные чемпионы мира Аруна Збежокас и Катюша Демидова. Baby, look at me and
together, baby. Катюша Демидова и Арунас Бижокас. Танцуй для себя. Если кто-то понимает, хорошо. Если нет, то продолжай делать то, что любишь. Американский хореограф Луис Хорст. И не случайно следующий танец, конечно, получил свое развитие и рождение в Соединенных Штатах Америки. Это рок-н-ролл. Рок-н-ролл пробивался с большим трудом в нашей стране, но сегодня... Танец бунта, танец протеста. Абсолютно точно. Но сегодня наши исполнители рок-н-ролла лучшие в мире. Я с большим удовольствием представляю, а вернее, Федерация акробатического рок-н-ролла представляет чемпионы России, чемпионы Европы, двукратные победители Кубка мира, лучшая пара мира 2017 года. Полина Леонова и Павел Зюзин. Встречайте.
молодцы, ребята, успех вам! Станислав, скажу вам секрет, хорошо, что нас никто не слышит. Я когда-то в детстве занималась акробатическим рок-н-роллом, но это другая история. Итак, что вы говорите? Да-да-да, никому об этом не скажем. Джаз, балет, йога, из любого вида искусства эта пара умеет взять то, что обогатит их танец. Это действительно так, и, несомненно, они вобрали в себя все эти направления танца. Они создали свой абсолютно уникальный стиль. Мы с большим удовольствием приглашаем на паркет двукратных чемпионов мира в латиноамериканском шоу и в латиноамериканских танцах и 8-кратных победителей Блэкпулского фестиваля. Майкл Малитовский и Джоанна Люнис, Великобритания. Михаил Малитовский, Джоанна Люнис. Вечеринки, хохот и бег, 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 бег. Это о каком танце я говорю? Я думаю, что это квикстеп. А вы знаете вообще, Катя, как квикстеп появился? Он как бы унаследовал танец фокстрот. Просто фокстрот, он медленный, а музыканты, которые сопровождали танцы, они торопились домой, поэтому они играли быстрее, 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 быстрее. Ну, это шутка.
Нет, это правда. Но вообще мы тоже любим пошутить. И я с большим удовольствием вновь приглашаю на паркет пару изысканную, элегантную. Это верх изысканности и элегантности. И это девятикратные чемпионы мира. Арунус Бежокас и Катюша Демидова. Катюша Демидова. Ну что, дорогие друзья, каждый турнир по латиноамериканским танцам, а их 5 в программе, завершается самым быстрым, самым динамичным танцем джайв. Это апофеоз танцевального турнира. И в нем танцоры должны показать не только техническое мастерство, но и свою физическую форму. Они должны показать, что они готовы танцевать еще и еще. С большей отдачей. Не просто танцевать, а улыбаться. Улыбаться, улыбаться и улыбаться. Ну что ж, дорогие друзья, вы сейчас все это увидите, потому что джайв для вас танцуют 8-кратные чемпионы мира Рикардо Коки и Юлия Загоруйченко.
Ники и Юлия Загорущенко. Жизнь – это танец, особенно когда это танго. Жить в ритме танго и существовать, и сопереживать. Нет человека, который не любил бы танго. Ну, а сейчас я приглашаю на паркет 8-кратных серебряных призеров чемпионатов мира по европейским танцам Виктора Фанк и Анастасия Муравьева. Виктор Фанк, Анастасия Муравьева. Любит ее, она любит другого. Любовный треугольник, пожалуй, самый популярный сюжет
в нашей драматургии, да и в мировой. Да, конечно, и вы знаете, и в танцах такое случается. Именно сегодня, именно здесь состоится выступление потрясающего трио, своеобразное танцевальное «Па де Труа» подарят вам три великолепных танцовщика. Каждый из которых вписал свое имя в историю бальных танцев, каждый из которых создал свой имидж. И мы с удовольствием назовем эти имена. Итак, неоднократный призер чемпионатов мира среди профессионалов. Франко Формика, Германия. И четырехкратный чемпион мира по шоу-данс. Один из самых желанных партнеров в мире, оказывается. И такой есть статус. Виктор Да Силва, Южная Африка. И, конечно, вместе с ними, у нас же Па де Труа, вместе с ними обаятельная, несравненная чемпионка мира по латиноамериканскому шоу среди профессионалов, который своим танцем завораживает каждого. Анна Мельникова. Дамы и господа, Анна Мельникова, Франко Формика, Виктор Да Силва. Танец – это поэма. В ней каждое движение – слово.
Мата Хари. Ну что она могла сказать? Она танцовщица. Конечно, и замечательная актриса. Ну а что могут сказать великолепные Formation Vera, которые сейчас представят вам номер, с которым они стали чемпионами мира. Итак, на паркете двукратные чемпионы мира в программе европейского Formation, призеры чемпионатов мира в программах латиноамериканского Formation, блистательный коллектив «Вера Россия». Ваши аплодисменты, дорогие друзья, прозвучала еще одна замечательная мелодия официального композитора шоу «Звездный дуэт» Майкла Найта.
Друзья, наш спектакль подошел к финалу. Мы приглашаем на паркет всех, кто сделал возможным этот фантастический праздник танца. И первыми я приглашаю сюда чемпионов мира по европейской программе Formation и латиноамериканскому Formation, ансамбль шоу Formation «Вера», тренер, заслуженный тренер России Алексей Литвинов. И Ольга Николаева, Россия. Виктор Фанк и Анастасия Муравьева, США. Франко-Формика, Германия, Виктор Дасилва, Южная Африка и Анна Мельникова, Россия. Ваши аплодисменты. Славик один. Арус Бежокас и Катюша Демидова, США. Майкл Мулитовский и Джоанна Люнис, Великобритания. Рикардо Коки и Юлия Загоруйченко, США. Художественный руководитель проекта «Звездный дуэт. Легенды танца. Чемпион России». Легендарный хореограф-постановщик Талят Тарсинов. И автор идеи шоу «Звездный дуэт. Легенды танца», основательница московского дома «Танца дуэт со звездами», академик Российской академии медицинских наук Лейла Владимировна Адамян. Вот таким фейерверком танца завершается наше шоу «Звездный дуэт». И теперь мы начинаем мечтать уже, как в следующем году все увидимся на этом празднике. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до следующего года. И не прощаемся, а говорим до свидания. Всего вам доброго. Танцуйте и будьте счастливы. Танцуйте и будьте здоровы.